И архитектура, конечно, домики красивенькие. Вообще погода тут интересная. Вначале солнце рано утром, потом пасмурно, дождь, потом снова солнце, жара, потом опять пасмурно. Такая красотень, очень классно смотрится. И там еще что-то красивое. Вот красивенький. А еще удивляет, во всех частных дворах здесь платные парковки. Везде паркоматы есть. Это вообще удивило. Бесплатных мест невозможно найти для машины. Красивые балкончики с цветочками. Отель какой-то тут. Такой вот. Странный какой-то. Какой-то. В середину.